проваливай отсюда! Эти бляди уже полстраны разворовали. Народ уже нищий ходил. Половина семей своих детей прилично одеть не могут. А они налоги поднимают. Прожиточный минимум уже ниже плинтуса. Все никак не наживаются. Из телевизора смотрят на тебя такие противные рожи. И частицы совести. И прав. Все куча машин и особняков в разных странах. Мы все это сами и позволяли. А потому такую власть и заслужили своей бесхребетностью, пассивностью. И ничего удивительного, что мы в первых рядах и полегли. Медицина на уровне каменного века. И все накрылось медным тазом. Привет. Я тут занят немного, не стой над душой. В этих зданиях еще полно всякого полезного хлама.
если нужны будут отмычки, обращайся, с ними любую дверь вскроешь. Притащишь мне пару аккумуляторов, и они твои. Притащишь мне пару аккумуляторов? Отмычки? Отлично! Держи, я человек слова.
Прости, Петрович. Надеюсь, ты нашел, что искал.